Более 50 реклам смерти уничтожено в дагестанской столице в рамках антинаркотической закраски. Акция организована администрацией Советского района Махачкалы совместно с региональным Минмолодежи. Цель акции – закрасить граффити рекламы наркотиков и психотропных веществ. Напомню, с недавнего времени в столице региона остро стоит вопрос пропаганды наркотических средств по городу и в социальных сетях. В связи с этим призываем махачкалинцев присоединиться к борьбе с незаконной деятельностью.